концерте, посвященном Дню России, приняли участие творческие коллективы Ленинского городского округа. Все номера специально были подготовлены к праздничному выступлению и были объединены одной общей темой – любви к своей стране. Мы постарались выстроить программу таким образом, чтобы петь песни современные о России. Участники – это лучшие коллективы нашего Ленинского городского округа, творческие коллективы, учреждения культуры, учреждения образования. Принимает участие в районе 250 человек. Танцевальные ансамбли, вокалисты – все готовились к выходу на сцену и немного волновались. Но каждого из участников концерта поддерживали родные и близкие, а также зрители, пришедшие в кинотеатр, чтобы вместе отметить праздник. У меня ребенок занимается в ансамбле «Соловушки», народные танцы, 4-й год уже. Вот они выступают, и я пришла посмотреть, на их выступления, на другие, на праздничный концерт. Это замечательное мероприятие, которое сегодня организовано. Не только это, я сегодня уже посетила не одно мероприятие, окружное. Концерты, площадки, в парке, мероприятия. Это очень здорово, это очень нужно и правильно. Собравшихся поздравил заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Артур Григорян. Дорогие друзья, я желаю нашей России процветания, нам с вами стабильности. Мы великая страна, великий народ. С Днем России, друзья! Хореографический ансамбль «Соловушка» – постоянный участник окружных мероприятий. В этом году ему исполнилось 10 лет. В этот раз коллектив подготовил сразу несколько номеров. Они пока репетировали, теперь ходят, поют эти песни, знают теперь эти песни. Некоторые песни старые, которые уже сейчас нигде не слышно. Они зато их выучили, знают и с большим удовольствием танцуют, и даже по улице ходят, поют их теперь. Каждого артиста провожали со сцены бурными аплодисментами. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».